Ну, а мы традиционно переходим к данным относительно потерь страны-оккупанта в войне, развязанной Россией против Украины 24 февраля 2022 года. 477-й день полномасштабной войны. За это время российские оккупационные войска личного состава потеряли 217 910 оккупантов. Этот список продолжают реактивные системы залпового огня 604 единицы, артиллерийские системы 3793 единицы. Далее в списке. 301 уничтоженный вражеский вертолет, 314 самолетов, 3333 беспилотных летательных аппарата и крылатые ракеты в количестве 1199 единиц. В этом списке также средства ПВО 364 единицы, специальная техника 519 единиц и автомобильной техники 6506 единиц. Жест доброй воли за это время совершили 7667 боевых бронированных машин врага, а также 3955 вражеских танков. Ну и по традиции завершает этот список корабли и катера в количестве 18 единиц. Борьба продолжается. Слава Украине! Героям слава!